такие вот, мы купили продукты для бабушки. Ага. Все самое необходимое. Все самое вкусненькое. Ага. Да? И вот этот вот пакет мы хотим вам вручить. Бабушка, держите. Ага. Да, это теперь ваш пакет. Да, мне встать надо. А, у нас благотворительный фонд. Сидите, сидите. А наш благотворительный фонд занимается помощью бабушкам, одиноким, женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Этот благотворительный фонд организовала Zhannabelle, тренер международного уровня, которая выделяет деньги, и мы покупаем вот такие продуктовые пакеты и дарим вам. Этой бабушке 83 года, и она вот, мы видим, что продает разные тут вкусности, чеснок с огорода. Вот, и сейчас зима, очень холодно, поэтому мы хотим, чтобы все бабушки были накормлены. Вы можете отблагодарить Zhannabelle. Большое спасибо. Здоровья ей. Бабушка благодарит Zhannabelle за оказанную помощь. Благодарю Zhannabelle за оказанную помощь.